Всем привет, друзья! Рено Дастер. И сейчас мы будем на задней балке менять втулки стабилизатора. Ведь если подергать ее, видно, что она уже гуляет. И ничего хорошего из этого не выйдет в дальнейшем. Так, были мной приобретены вот такие две втулочки. Полиуретан. Полиуретан. Ну что же. Раскручиваем, пробуем поставить. Смотрим. Результат этого кулачка. Очень прикипело. Кстати, вот в таком состоянии можно хорошо прощупать в ту стоечку. Стойка нормальная, не стучит. Снимаем. Раз, есть. Ушко сняли. Снимаем все. Видите, как он разрезан. Ну, плюс он плохой. Вот этот как раз таки не стучал. Но его все равно надо поменять, потому что они меняются в паре всегда. Очиститель тормозов фирмы Valve и чистим ухо. Ухо, а здесь посадочное место. Здесь коррозия все равно она есть немножко. Есть у меня желание это все дело покрасить, вот, но времени на это, к сожалению, нет. А вы красьте. И смотрите, какая история. Она цельная, вот эта втулка. Производство 2017 год. А эта втулка тоже производство 2017 год. Ну, в общем-то, тут дальше все просто. Кстати, вот эта вот втулочка, она, видимо, родная, она очень тут дела. А номера у них, смотрите, одинаковые. 56, 23, 60, 111 П. Берем эту втулку и разрезаем ее ровно пополам. Оп, оп. Так. Ну вот, как-то так разрезался. Продолжаем. Одеваем втулку. И одеваем ушко. И ушко у нас прекрасно оделось. Вставляем ушко. Ну а с этой стороны уже вот эта вот штука. Друзья, ну здесь все то же самое. Вот. Так, дальше моем это место полностью. Ну, вот видим, что вот это совсем рассохлось. Она совсем никуда не годится. Возьму сам вот ее. Раз, и это туда же. Два. Так, отмываем и закручиваем. Оп. Yeah.
вверх, а потом вниз опускаю. Вот так. Вот так. Теперь болт. Так, то же самое со второй стороны. А теперь она стоит как купальная, будто мертвая. Так, ну напоследок, память о нашем путешествии. Болт покроем медной смазкой. Резьбу тоже. Видите, сразу же реакция идет. И вот здесь вот вверху тоже. Точно так же. Раз, два. С той стороны. Раз, два. И вот здесь вверху. Меняйте вовремя запчасти. Стуки, грюки не будут вас беспокоить. Вот я теперь узрите. Теперь нету никакого стука. Ну, посмотрим, насколько хватит. Ну, в любом случае, это все меняется несложно. Хватит, насколько настолько хватит. Все, всем спасибо. Всем пока. Удачи в ремонтах, удачи на дороге. Не ломайтесь. Всего доброго.